Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net, Unit 3, секция 5, упражнение 113. What do you think the main idea of the fairy tale is? Explain your choice. Какова, по вашему мнению, основная мысль сказки? Объясните ваш выбор. Первое. Don't argue with your mother. Не спорьте с мамой. Второе. Don't be afraid of the dark or angry old fairies. Не бойтесь темноты или старых злых фей. Третье. Little brownies are very kind and funny. Маленькие домовята добрые и смешные. Четвертое. Don't play with little brownies and go to bed on time. Не играйте с домовятами и ложитесь спать вовремя. Конечно же, правильный ответ находится под цифрой 1. Don't argue with your mother. Не спорьте со своей мамой. Можно пояснить это так. To my mind, the main idea of the text is don't argue with your mother. This was the main problem in this story. If the boy did what his mother said, everything would be all right. По-моему, главная идея текста – не спорьте со своей мамой. Это была главная проблема рассказа. Если бы мальчик сделал так, как сказала мама, все было бы хорошо. Окей. Упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.